мы полетели, мы в Шереметьево, терминал Д. Да. Прогуливаемся здесь, папа комбо втором этаже. Да. Здесь туалет, можно покушать. Там вот на первом этаже кто прилетает, все встречающие стоят. Сейчас вот погуляем, пойдем на третий этаж. Мы уже дали багаж наш. Только с ручной кладью. И все спать хотим, да? Не надо делать. Максим. Вот так вот выглядят уставшие люди, которые приехали в аэропорт, уже зарегистрировались, уже ночь, короче. Уже на самом деле хочется просто спать скорее, лечь. Но как мы представим, что сейчас еще лететь, а потом ехать, плюс перевод часов, наши карапузы выспятся, а мы-то, скорее всего, и не поспим. В общем, у нас такой насыщенный получился сегодня день и ночь. Сейчас мы сидим уже, зарегистрировались, в смысле, мы прошли, это как оно, таможенный контроль, да, как правильно называется. В общем, посмотрели все, у нас что-то там в коляске запикало, коляску все хорошо просмотрели. Все, сидим, ждем. И мы сидим сейчас около такого бара или кафе, когда мы с Сашей летали в Питер, причем мы летали тогда еще бизнесом. Нам дали такие купончики здесь. Потому что, по-моему, бизнес был этот, на реконструкции, да, тут еще не так все было. И мы в этой кафешке так просто наелись, что у нас просто животы лопались. Потому что здесь на эти чеки, которые нам дали, такие столько было, можно всего набрать. По 2000 на человека давали. Да? Я помню, два по 2000 на каждом, по 4 чека. И это было в каком году? В 2010, по-моему. То есть на эти деньги можно было так есть, что мы, собственно говоря, и сделали. Да. Выбирали все. Сейчас я ее и покажу, она здесь прям рядышком. Вот это кафе. Вы к ней подошли, сразу вспомнили оба, что да, здесь это все и было. У нас тогда был рейс с Екатеринбург, Москва. Мы тут погуляли на Москве, приехали и полетели в Питер. Там такой совмещенный. Мы рано утром приехали, а вечером уже полетели. Да, только это время не в привычку, а специально взяли, чтобы еще погулять в Москве. Сейчас Аленка у нас спит, Максимка тоже почти. А мы, в общем, думаем, взять нам кофе или не взять.